Всем привет! Ребята, меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я не одна, у меня на канале сегодня Арина Данилова. Всем привет! Очень приятно с вами. Поздоровались второй раз, теперь уж точно можно начинать. Сегодня мы снимаем очень классный видос, где будем украшать комнаты друг друга. Арина на канал себе сняла, как она украшает мою комнату к Новому году, а сегодня, смотрите, именно в этом видео мы украсим Аринину квартиру к Новому году. Для этого нам нужно будет на некоторое время разойтись, мы поедем по магазинам покупать всякие украшения, красивые светящиеся новогодние штучки и украшать комнаты. Я буду в этот момент находиться у Арины в квартире, украшать ее квартиру, а она у меня в гостях. Соответственно, я живу не одна, а Арина у нас такая все самостоятельная, поэтому сегодня, я думаю, мне будет даже чуть посложнее. Ну, посмотрим, на самом деле. В конце вы увидите мою реакцию, я надеюсь, что вы досмотрите до конца, потому что это будет что-то невероятное. Да, поэтому обязательно досматривайте ролик до конца, не забывайте ставить лайки, подписываться на наши каналы. Ссылки в описании, да, все просто. И нажимайте на колокольчик. У кого, кто нажимает на колокольчик, у того новогоднее настроение. Сразу однозначно. 100%. Да, поэтому мы вам хотим пожелать приятного просмотра, а я напоминаю вам о том, что у меня есть и вышла моя собственная коллекция одежды, и прямо сейчас вот эта беленькая, можно сказать, даже с новогодней атмосферой худи, прямо сейчас на мне. I'm golden. Всего 3 худи и 2 футболки. Вы можете посмотреть полностью весь набор моей коллекции по ссылочке ниже в описании и сделать заказ. Кстати, некоторые подписчикам я лично сама приезжаю и доставляю коллекцию. Не приехала. Просто приехала без коллекции. Так что переходите по ссылке и делайте заказ. Также в моем инстаграме полный обзор моей коллекции с описанием качества и прочего-прочего. Ну а теперь мы уж точно можем начинать. Уу, погнали! Отправляемся по магазинам. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Дорогие мои, я очутилась в своем любимом торговом центре. Можете даже не спрашивать, в каком, потому что вы и так все прекрасно поняли. Прямо сейчас я отправляюсь во все магазины, где есть что-то красивое, новогоднее, симпатичное. Я попытаюсь потратить не так много денег, с учетом того, что квартира у Арины не такая большая, там уже есть какие-то гирлянды. Я вот сегодня мельком заходила, смотрела. Сейчас мы с вами отправимся в магазин, где все к Новому году есть 100%. Вы мне будете помогать выбирать. Возможно, я выберу какие-нибудь красивые гирлянды, или же вы мне поможете с выбором. Если что, ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах. Там вы мне помогаете голосовать и многое-многое другое. Ну а я отправляюсь на шопинг. Погнали! Новый год, не Новый год без гирлянд. Поэтому прямо сейчас на заднем плане вы видите огромный выбор всякой красоты, красивых гирлянд. Все светится, все такое красивое, офигенное, миленькое, новогоднее. Поэтому прямо сейчас я выберу Арине какие-нибудь гирлянды. И еще мне понравились статуэтки, которые находятся прямо вот тут. Это вот такой вот миленький Дедушка Мороз. Также есть снеговик и есть статуэтки побольше. Но так как квартира у Арины не огромная, я думаю, вот это явно для улицы. Ну или для загородного дома. Так что я посмотрю сейчас что-нибудь отсюда. Ну и как мы будем украшать Аринину комнату, вы узнаете, что конкретно отсюда я выбрала. Ну и, естественно, без елки на Новый год тоже не обойтись. И я хочу на столик Карине поставить какую-нибудь миленькую маленькую елочку. Как раз-таки они мне попались на глаза, поэтому посмотрите, какая милость! Если еще взять какую-нибудь гирлянду, будет вообще классно. А еще посмотрите, какой красивый венок я нашла. Он прям такой яркий. Думаю, если его повесить на дверь, будет очень стильно выглядеть. Ну и, конечно же, мишура. Посмотрите, какая красивая. Я очень люблю подобные цвета, и они у меня ассоциируются с Новым годом. Поэтому я просто больше ничего не нашла, поэтому сейчас пойдем с вами в другой магазин. А еще я нашла очень красивую посуду. То есть кружечку новогоднюю в виде а-ля Санта-Клауса, то есть его чудесного наряда. И это, я не знаю, типа наподобие тарелочки для заварки, чтобы складывать, было удобно. Обязательно Рише пригодится, чтобы она из этой красоты пила вкусный кофеек. Теперь мы
очутились с вами в магазине, где есть очень много всяких наклеечек на окна, всяких миниатюр, в общем, все, что нам нужно, чтобы так в мельчайших деталях украсить комнату, точнее, квартиру Арины. И прямо сейчас я буду все смотреть и покупать, а потом уже пойдем к Арине. Я затарилась по полной программе. Уже начинаю чуть-чуть уставать. У меня тут и елочки, и наклейки, и все, что только могло придумать человечество. В общем-то, сейчас я пойду наконец-то к Арише. Она уже у меня там, наверное, что-то украшает, снимает видос для себя, так как мы делаем друг другу сюрприз. Ну и я думаю, то, что я для нее купила, ей очень понравится. Пойдемте. Ну что же, дорогие мои, мы плавненько так и быстренько очутились в квартире Ариши. Давайте же проведем небольшой обзор, а потом приступим к прекраснейшей распаковке подарков. Все будет так динамичненько, красивенько, под музычку, как вы любите. Быстренько покажу квартиру. Смотрите, тут нас встречает обувь, это входная дверь. Тут у нас сразу же гардероб прекраснейший, со шмотками туда лучше не заглядывать. Тут у нас туалет, да, у Ариши есть еще, оказывается, котеночек маленький, симпатичненький, хорошенький, миленький. Я тоже хочу кошку. Ну и, в общем-то, дальше у нас тут идет вот такая вот прекрасная дверка, которая была открыта. И тут уютненькая кроватка с подушечками. Все так атмосферненько, мягенько. Тут Ариша, я так понимаю, спит, занимается своими делами, переписывается и снимает истории. Тут у нас AirPods, ее прекраснейшая золотая кнопка, очень симпатичная. Далее у нас вот такой вот красивенький шкаф. Знаете, вот Арине вот-вот исполнится 17 лет, а уже, если быть конкретнее, завтра, она уже живет в отдельной квартире, я ей завидую, если честно. Далее у нас тут шторки, балкон, куда мы тоже не будем выходить, потому что там хлам. Арина сказала этот хлам не показывать, поэтому вы его не увидите, но я эксклюзивно потом смогу на него посмотреть. Выходя из этой чудесной комнаты, мы сразу же оказываемся в зале и одновременно на кухне. Квартирка очень уютненькая, тут сразу же мы обращаем внимание на фортепиано, которое сейчас у нас не подключено, поэтому я не смогу на нем поиграть. Также гитара. Прекрасненькая Аришечка у нас тут сочиняет свои прекрасные чудесные песни, под которые мы сегодня с ней, кстати, снимали тиктоки. Кольцевая лампа прекраснейшая, у меня тоже их дома штуки три, наверное. Конспекты всякие по элементарной теории музыки, там, чтение с листа на уроках сольфеджио и так далее, и тому подобное. Тут у нас был включен телевизор, и оказывается, Арина у нас слушает елку, как я понимаю. В общем, нет, Данил Поперечный, она его смотрит, оказывается. Круто. PlayStation, всякие фотографии с ее подружками, атмосферненькие свечки прекрасные, которые уже почти все догорели. Кстати, очень вкусно пахнет. Так, атмосферненько. Маленькая серебряная старенькая кнопка YouTube. Офигеть, это еще старее старый. Такие воспоминания, так сказать. Ну и далее у нас идет кухня. Вот такая вот кухонька с холодильником, с такой вот прекрасненькой хлопушечкой, когда она записывает видосы, чтобы соединять наверняка звуковую дорожку. Чайничек, ну и все остальное. Сейчас я буду украшать. И быстренько вам покажу. Тут, кстати, MacBook такой прекрасненький, розовое золото. Я показываю вам вещи, что я приобрела. Венок. Кстати, та подставка, о которой мы говорили, она выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот красотень. Я ее, кстати, еще не открывала, а очень зря. Меня могут там подставить и что-то другое подсунуть. Нет, нас не подставили. Посмотрите, какая милость. Только тут нужны батарейки, а батарейки я не купила. Ну ничего, Арина этим займется. Ну или может у нее найдем батарейки какие-нибудь. Тупанула я, конечно, но ничего страшного. Итак, продолжаем. Я вам показывала кружечка, елочка, гирлянды. Это, скорее всего, у нас пойдет на диван. Всякие игрушечки, которые мы с вами повешаем, и всякие статуэтки для придания новогодней атмосферы Аришиной квартире. Ну и следующий пакет, еще одна елочка, придумаем, куда ее поставить. Посуда для атмосферы, так сказать, подстилка, всякие наклеечки на окна,
Ну или не только на окна, на чайник приклею, будет круто. Такая вот сумочка, куда я положу, возможно, конфетки. Еще наклейки, салфетки новогодние, свечки и леденец. И сейчас мы из всего этого попробуем все, так сказать, реализовать в красоту, чтобы Аришина комната заиграла по-новогоднему. И прямо сейчас я этим займусь. Я подключила гирлянду. Опа-на! Вот такая вот красотень. Сейчас мы ее вот так вот красивенько положим. Все, тут можно уже не продолжать. Уже реально по-новогоднему и круто смотрится. Также я прям представляла перед этим, осматривая квартиру Ариши, что вот эта вот прелесть будет стоять прямо вот тут. По батарейкам я чуть позже решу вопрос, или же эта прелесть и так очень красивенько, симпатично смотрится прям по-новогоднему. Поэтому я думаю, что этого вполне себе достаточно, не буду перебарщивать. Достанем с вами кружечку. Ну и сейчас я буду эту елочку украшать, которая сейчас не очень красиво выглядит. Вот, я это сделаю быстренько одной гирляндой и придумаем с вами, куда ее можно будет поставить. В общем, наблюдайте за мной под музыку. На этом фоне всем привет, ребята, меня зовут Карина Аркелян, я горю, потому что реально со стороны так и выглядит, но я скажу то, что я наконец-то закончила украшать квартиру Ариши. Она заиграла по-новому, но не могу сказать, что прям каждый уголок так супер-мега круто украшен, но мне кажется, что выглядит очень даже необычно так по-новогоднему, и если смотреть на какие-то детали, в особенности на очень красивую кровать Арины, которая зажглась теперь гирляндами на зеркальце, которая украсилась наклейками, конечно, с горем пополам, то можно поднять себе настроение и понять, что уже совсем скоро Новый год, а возможно он уже наступил. Напиши ниже в комментариях, когда ты смотришь этот ролик. Но прямо сейчас, ребятки, вы наконец-то сможете увидеть реакцию Ариши на то, что я приобрела, на то, как я аккуратненько украсила квартиру. И я думаю, что ей понравится все, что я купила, потому что, в принципе, вкусы у нас схожи. Ну что, Арина, я думаю, уже совсем скоро приедет. Я поехала домой смотреть то, что Арина подготовила для меня. И я вам желаю приятного просмотра. Смотрите на реакцию Ариши. Я боюсь открывать глаза. Все, реакция, погнали. Раз, два, три. Я очень хотела такую штуку, она кому-то прочитала мои мысли, я серьезно говорю. Мы снимали, как я выбирала, сейчас я быстро расскажу. Мы снимали, как я выбирала, короче, веточки вот эти. И она такая, ну ладно, типа, давай не будем, а я очень хотела такие себе. Блин, это очень мило, вот это просто сладуська. Носочек и там что? Конфетки мои же!
Нет, это Карина купила. Реально? Нет. Карина купила конфетки, мои любимые. Спасибо. Это очень классно. Офигеть. Что это за милота? А это что? Это очень классно. Мне очень нравится. Я очень хотела посуду новогоднюю. Вот это вообще сладусь. И здесь мои конфетки. И здесь еще конфетки. Посмотрите, как мило. Елочка такая сладкая. Блин, вы чего? Это очень круто. В него надо ставить батарейки только. Свечки очень красивые. Мне очень нравятся вот такие блестящие. Можно, мне кажется, с ним ванну делать. Блин, офигенно, вы чего? О, даже здесь. Офигеть. Офигеть, вы зеркало используете. Шучу. Офигеть, это липучки. Офигеть, это мило. Блин, я очень хотела. Ну-ка, как теперь спать и расстилать постель, надо придумать. Никак. Блин, красиво очень, мне нравится. Вот эти липучки вообще угар. Блин, это очень красиво, спасибо большое, Карин. Правда, очень приятно. Фух, ребятки, ну что, это был незабываемый для меня день, настроение просто максимально новогоднее, надеемся, что у вас тоже. Ребят, это было очень круто, спасибо тебе огромное, Карин, что украсила мою квартиру, я очень рада, потому что никак не могла собраться с мыслями, чтобы ее украсить, а ты это все сделала за меня. Да и ты тоже, Ариночка, моя комната заиграла по-новому, так что... как? Переходите выглядит. Обязательно по ссылке в описании и смотрите ролик на моем канале. Вот, так что спасибо большое за просмотр. Да, спасибо вам огромное. Мы с вами прощаемся. С наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом и всем пока! Пока!